Итак, всем привет, это Спанч Боб, и мы... Я не буду дать пересмотр, просто хочу показать, что у меня новое есть. И я просто хочу показать все свои видео, там, неважно, всякое такое, что у меня есть. Аддоны, какие моды. Ну, просто делать я хочу. Сейчас уже вечер, и я решил что-то снять. Просто по приколу. Начнем. Теперь это у меня монтировка, она видит такая текстура из Nightmare House 2, бла-бла. Вот теперь у меня игровая типовка, она нормальная, обычная вот эта штука, только немного измененная, она серая, хотя была голубая, ладно. Пистолет. Пистолет изменен, да, видите, звуки, во-первых, текстуры и перезарядка, ну конечно. Это у меня должна была быть такая ракетница, но она должна раньше вроде. Нет, ну зарядовая обычно только с текстурой от глаза флажгана, то есть флажган, ну как-то фа-2 пира, только замазанная какая-то штука. СМГ это АК-47, ну, такая текстура. Будет сыган, только калашник. Шотган, у меня такой был всегда, ну, то есть такая лицо, краубол, только у меня такая снайперская модель. И когда тут идет перезарядка, мне кажется, что она дольше идет, чем обычная перезарядка. Обычные штуки. Ну, гранаты, только, ну, вы видите, она выглядит по-другому, да-да-да. Мне немного скучно сейчас. До него нет, у меня с кем разговаривать. Нет, он есть, но он в другом месте. Такой гранатомет, Скину меня из Black Ops, видите, какой он будет. Так, что вам еще? Посмотрим, ну камера бывает, нормально, обычно. Так, начнем вот с этого оружия, которое у меня тут начинается. Начнем с первого. Что? Это у меня импульсная граната, давайте возьмем обычную МПЦ, комбайн, например. Ну, кинем его эту штуку. Ладно. Что это? А, это покебол. Покебол, можно. Эй, сталкер! На! И... Кто видит? Автомат. Не бойтесь, он остается в покеболе. Итак, значит, на нас, например, напал вот этот гадёныш, который почему-то скинет. Кто-то другой стал. Ну, видите? Нет, не туда! Чёрт! Ладно, давайте еще раз. It's a fail. Давайте еще раз. Убивать незачем, конечно, но... Мешался. Давай, покебол, спаси нас ради бога. Давай, покебол. Помоги мне, чувак. Чувак, помоги мне. Что самому приходится делать? Тут же нет никакого... А это... Ну, то, чтобы ему делать второе, но не нужно. А уже из Battlefield. Так, что у нас там первое? У нас К-47. Чем прикольно выглядит. А, давайте это нас еще убьем, потому что у нас мало ХП. Не тратить ничего. Тренинг надо было. Так, ладно, АК-47. Все. Паша, поехали. Команда. А теперь... Атак! Атак! No! Run! Run for E! Кинг-кинг-кинг. Профессионал пойдем. Ладно, быстрее. А, пока я там сидя, тогда перейдем к этому челленджу. Тут я уманем снайперскую винтовку. Вот она. Видите, какая она, да? Быстро. Я покажу вам перезарядку, вот так не выйдет, никому не важно, ладно. Просто так. Ну да, а нет, мне показалось. Попал в голову. Панк, это медленно просыпать, возьмем более мощную снайперскую винтовку, она тоже снайперскую винтовку. Вот, давай, перезаряйся. Вот так она перезаряется. Давай. Та-да-да-да.
Чего они так все колбасят-то? Аучи. Питер, голова разлетелась. Смотри, такой мод на голову, чтобы все разлеталось. Прям сильную руку там, да? Вот все, но нет руки. Давай придадим оружие. Вот, все, нет руки. Так, идем дальше. Дальше у нас оказывается другой АК, конечно, не помню, как называется, оказывается. А, это у нас АК-74. А, нет, это тоже 74, тут я даже не знаю, это она точно свой АК-7, не знаю. Маза. Так, дальше идем. Что у нас следующее? Вот такой. И как это называется? Ну, это я в сталкере видел такую винтовку, забыл, как это называть. Давай. Всегда. Кстати, не у всех такая модель. А тут сейчас было у всех. Эпизод. Нет. А ну убивайся, убивайся! Нет. Большая эпика. 7 хп. Ну, вот такие винтовки. Я показываю вам все оружие, которое у меня при Battlefield. Понимаешь? Ну, всякие винтовки, АВП, например. Карабинер, который у меня R, поэтому показывать не буду. Спрингфилд, который тоже. Тайскаут у меня нормальный. Так что покажу всего лишь 3 винтовки. А, вон там же люди стоят еще. Как же я не увидел. Так, давай берем. Бери, да? Ладно, как-то еще поставить сюда оружие, но переходим в следующее оружие. Я думаю, отгадай, сколько ты оружка, да? Из ТП-2 моей любимой игры. Давайте, давайте. Пен с ВП. С Counter-Strike, конечно же. Это последнее оружие, которое могу тебя позвать, потому что все остальные оружие. Честь в жизни, пока. Так. Я выключу запись, пока быстрее из этой штуки, да. Давайте их убьем. Ладно. Да. Банально. Пиваем следующее оружие. Крайфир. Пиваем данное оружие. Крайфир. Такое, ну, перезарядка и все такое. Такое что-то не надо. Смотрите, оно тупо выглядит. То есть вообще. Какой-то Соник. Скрайдер. Не знаю, что вообще женщина. Это вот первая серия. В первой серии мы покажем только все оружки, которые у меня тут есть. В следующей серии мы будем показывать их НПЦ. Такой НПЦ. На самом деле, конкретно то, что я сюда так на серии, это будет у меня занимать немало времени. Убил. Следующее оружие у нас 7 боя, вот это уже. На. Ну, это, конечно, я оружки сильно, их нет смысла показывать. А вот это, ну, это лагерная штука, но... А, нет, она у тебя на голове, значит, стоит, да? А, ну, тогда прикольно. Чёрт. Ай-дай! Надо поливать мышцы. Ну, что с этой музыкой? Get down, 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 get down
ладно, все. Я обожаю эту музыку. Ну то что-то поприкольнее, серьезно, будем брать это ансамбль с только. Вы видите, там есть менюшка, а вот это если так попадет, по-моему, из менюшки вот так полезает, давайте попал. Много это убило. Убедил, представим себе прямой голос. О, не важно. Мимо. Все. Так еще встал, если вы не заметите. 7 секунд. Half-Life 1. Ну, конечно. Давайте. Я не могу. Нету и анимации. Не делаю, но тут, так что... Ой, да. Уже поприкольнее оружие. Друзья. Двух выстрелов. Это чудесное оружие. Чудо. Всех думал, ой, я сам один КП. То, что мало. Блин. Мне как-то много всего. Мне очень понравилось записать, но все равно покажем. Все, все кромса, идем дальше. Ревайвер. Пью. Ах, черт. Не попали. Делайте, не попали. Делайте. На. В принципе, ревайвер должен давать с первого удара, но он убивает стул. Как автомат. Только даже медленнее. А вот и другой миг. Это мы все знаем свой инвентарь. Ай, тебе крабы, наверное, закончить. Будет очень мало серии, давайте тут. Это что, покажу тут оружие и все. Мы закончим. Ну, насчет этого. Ладно, ну когда и наконец. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам конечно понравилось видео. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки, всем. Ставьте комментарии, что это. А вот на этом не тоже будет. И вот это, чего это делал Майк? Потому что у меня место кончается на диске и пойдет Майк герой. Ну вот этот день будет второй герой, если я успею его сделать. Так что всем пока.